Здравствуйте, наши дорогие россияне, осетины. Спасибо вам большое за поддержку. Меня зовут Тамара Худалова. Все итальянцы благодарят Россию и Осетию за поддержку по поводу коронавируса. Спасибо вам большое. У меня для вас небольшой рассказ, что у нас действительно происходит. Сейчас мы покажем вам... Я, значит, репортаж веду из города Фьюмичино. Это пригород Рима. Соответственно, входит он в регион Лацио. У нас в регионе Лацио такие данные по коронавирусу. Зараженных всего 1045, туда входит и Рим, и Фьюмичино, и Латино, и Витербо, и разные города, находящиеся в регионе Лацио. Пока на сегодняшний момент смертей 135, опять же, во всем нашем регионе. Если сравнивать с Ломбардией, то в Ломбардии умерло 642 человека, по нашим данным. Вот, всего в Италии зараженных почти 97 тысяч человек, но, опять же, все это охватывает больше северные части, потому что именно китайские туристы посещают больше именно северные части. Это Милан, это Венеция, опять же, благоприятные города для бизнеса и так далее. Вот, в принципе, такая сводка. Вот Кьяра, моя дочь, сидим дома. Выходим только в случае крайней необходимости по разрешению, которое мы сами для себя пишем. Я такая-то, такая-то, выезжаю на машине номер такой-то, такой-то, по такой-то причине. Это либо банк, либо поход за продуктами или в аптеку, вот, либо на работу. В принципе, вот так. Данные у нас не самые, скажем так, плохие, но надеемся, что будут лучше. Все надеемся на скорое выздоровление от коронавируса. Всем привет и надеюсь еще увидеться. Вот это вот наш небольшой городок в Лацио. Это где город Рим. Все, до свидания. Пока, пока. Вам также передает привет мой муж Антонио, который итальянец. Пока. Джиля. Пока. Окей.